привет! Сегодня раскачаем Awards 2018. Будем выбирать лучших из лучших. Лучше караоке. Мафия! Всем приглашаю быть в нашей команде. Мы будем огромной семьей. Все будет круто. Будем вместе 5 лет сжигать. Открытие года Мяснер! Открытие года! Лучшее место для курения кальяна Моши! Я супергерой, и я спрошу эту вечеринку. Ты уже под наркотой, да? Постоянно, да. Шо, как дела? Треки сводятся, ноги разводятся. MC Бублик, вот так даже покажу, да. И вообще, давно хотел у тебя спросить, а не хватит ли тебе участвовать в вот этих всех делах? Хватит. Ну сколько можно? Ты уже сам должен сказать, снимите меня, дайте дорогу молодым. Нельзя, они не могут, потому что, точнее, они не хотят меня снимать, потому что у людей должна быть альтернатива, как и в выборах у нас. Да, фотоакадемия. Мы сейчас переходим на новый уровень, пытаемся внедрить еще несколько курсов для мобильной съемки, да, для мамочек. Это очень важно. Лучший танцевальный коллектив Альянс! Всем большое спасибо организаторам за эту прекрасную премию. Лучшая доставка еды 2018 года. Евкова! Всем счастья! Спасибо большое! Я вас люблю! Заказывайте нашу еду! Лучшая вечеринок награждается Бизнес-Вар! Мы делаем это исключительно для вас, даже когда это для нас в минус. Спасибо большое, мы за техномузыку, мы за Deep House и Tech House. Спасибо большое! Кого бы ты отметила с клубной культуры? МС Бублик. МС я, но только я. За Юру Надежного, потому что я его очень люблю и уважаю. Да, мне нравится Надежный. Мне нравится его голос и как он себя ведет. За Юру Надежного. Он же у вас работает. Да. МС, конечно же, Юра Надежный. Родственные связи или что? Нет, абсолютно адекватно, потому как это молодая кровь. Понятное дело, Юрка психанул, ворвался очень красиво в этом году, Надежный. Я люблю Дэна. С МС у нас беда. Диджей мне нравится по-своему вечеринки Писнуара, вот, и все то, что с этим связано. Их не диджей, то есть и как бы формат музыки. Зарина мне нравится. Кутюр. Диджей Стаб. Олег Шарп. Диджей Витшарп, да. Я думаю, что он держится молодцом. Да, Урбан. Урбану Жеке. Сегодня я в Оранж Баре, значит, Оранж Бар однозначно. Оранж Бар. Тут есть пару нормальных кальянщиков и один интересный бармен. Но кто у них знает? Да, мне нравится в Оранже, да. Чаще всего я хожу в Оранж. Из ресторанов это, наверное, Хряк, Библиотека. Я варенич люблю, очень сильно люблю. Ты видишь, какие щечки, щечки сильные. Перед вами гриль. Мясник, Зебра, так как тоже, ну, то есть атмосфера своя тоже интересная. Риверсайд, ребят. Риверсайд – лучший ресторан. Чисто по-родственному, Шелковому бы дал, наверное. А вы родственники? Нет. Фотограф – это Скорина Дима. Это Артем Резниченко и Влад Даг. Ну, я думаю, Артем Резниченко. Вот мне Лайкла нравится. Ребята, столько туз, что рвется туз. Хорнс Бургерс! Спасибо. Ресторан Мафия! Лучший паб! Будка! Бар! Спасибо! Спасибо! Е-мой! Лучший директор Артём Скоро-ба-га! Всегда открыто. Спасибо тем, кто отдал голос Лопину, пацанам Раскачай, Оранж Барбанде. Низкий вам поклон и удачи всем тем, кто занял сегодняшнюю награду. Пацаны, стараемся дальше. Забил дату.
и заболел. Ну, бывает. Ну, стул плохой, да? Кого ты вместо себя посоветуешь? Если вообще не в силах, да, умираю полностью, да? Это было бы или Дэн, или Юра. Если было бы Карузо, вообще идеально Карузо отдал бы. Никогда так не делал. Провальная вечеринка без тебя, да, все не будет, да? Не, не в этом дело. Да просто я не люблю на себя такую ответственность брать. Кого ты посоветуешь вместо себя? Нет, только не этот вопрос. Андрей Миманса, ребят. Карузо. Он в Китае. Я понимаю, пусть выкручивается. Талишум, Пупса, Мисан, Зарина. За меня работал Сережа Харлей. Оп-оп-оп, сегодняшняя тусовка. На злобу дня, на радость ночи, да. Чтобы ты не делал, все равно тебя будут судить. Как ни крути. Будешь ты делать хорошо, тебя осудят. Будешь делать плохо, тебя осудят. Просто забить хер и делать свое. Критику нужно воспринимать абсолютно спокойно. Может, даже скажу спасибо. А если неадекватный? Просто удалить. Я, короче, делаю себе чай. И плачу. Просто улыбаться и идти дальше. Что, смайлик ставить под комментарием? Профильтровать и понять, какие минусы были для этого человека, и пытаться его не сделать. Но дальше идти по своей колее, которая уже у тебя есть. А если неадекватный? Ну, тогда просто забить. Вот твоя страничка очень плохая. Это я мягко сказал. Что со мной делать? Окей, я буду тебя лайкать и пиши дальше. Удалять. Чем они мне нужны? Конечно, удалю. Первый человек, кому не написали ни одного кривого комментария обидного. Поздравляю, это на самом деле очень круто. Если это адекватный комментарий, я всегда пишу. Я принимаю вашу критику. И я постараюсь что-то изменить, сделать лучше. Если это неадекватно, типа ваши фотки говно, я говорю, обоснуй. Она говно. Я говорю, белый. Ну, на необоснованные, наверное, вообще не обращать внимания. На обоснованные, наверное, тоже не обращать внимания. Ну, я смеюсь. Нормально. Не, ну прикольно, типа. Ты ну, конечно же, ну, типа, еще. Лучший хуй этого города. У каждого есть свое мнение, поэтому это нормально, брат, я это поддерживаю. Ты пишешь, давай встречаться и поговорим. Мне только плюс, пусть заходят, пусть пишут, что угодно. То есть никак не реагировать, пускай висят, да? Нет, все отлично. С юмором. Ты такая растякая, а ты такая. Да ну, что поделать? Почитал и забыл. Что нужно, чтобы быть в этой сфере успешным? Быть собой и наслаждаться тем, что ты делаешь. Быть чокнутым. Вот успешный диджей тебе ответит на. Успешного и надежного, да? Нужно любить свою работу, нужно создавать лучший коллектив. Надо пахать, надо развиваться, смотреть новые фишки. Не работать дешево, ни в коем случае, мы вас ненавидим, кто демпингует цены, а наболевшие. Хотеть дать больше своим гостям, своим клиентам. Постоянно знакомиться с новыми людьми. Нужно понимать, какая публика к тебе ходит, и делать для нее, наверное, то, что они любят. Нюхать, долбиться в жопу. О-о-о. Я это и вставлю. Зачем, если ты ответишь, ты зачем в этой сфере, тогда ты будешь успешным. Вот. Зачем ты любить свое дело надо. Я люблю людей, я люблю, когда им хорошо, и когда мне хорошо, и нам всем вместе хорошо. Такой, короче, голосуйте за пастыря Юрия. Делать от чистого сердца, быть самим собой однозначно, и болеть этим делом. Знать много друзей и иметь большую поддержку от них. Упорство и профессионализм. Ты адекватный, ты настоящий, вот самое главное. Без образа, там, без ничего, ты настоящий. Сейчас спасибо. В моде настоящий, но ты... Акт проникновения. Знаю, да. Как ты относишься к этому закону? Отлично. То есть будешь заполнять?
А, нет, я не буду, слава богу, у меня муж адекватный. Ну так ты за какое проникновение? За правое и левое. Я считаю, очень правильно. Во всех туалетах, во всех заведениях должны быть такие бумажки. То есть ты с девушкой зашел. Расписали все дружненько, с другой кабинки соседей подтянули, они подтвердили, и вы на законных основаниях. В принципе, мы будем без него. Шикарный закон. Носим с собой блокнот и ручку, да. То есть перед каждым чпоком? Да. Заполнили, потом никаких проблем. Никаких. Ой, мне понравилось, особенно пункт 3 свидетеля, это вообще песня, блин. Дичь полная! Как проникал, так и буду проникать, пусть на меня подает в суд моя жена. Я считаю его абсурдным. Я не проникаю никуда, у меня все цивильненько. На сухую или что? Да. Я знаю, что вышла поправка к статье об изнасиловании. А? Это фейк, мы уже знаем достоверно, что это все неправда. И все. Версии вас и голосование всего Алена Юдицкая. Лучший диджей 2018 года по версии Раскачай Мороз, диджей Урбан. Честно, мне очень приятно. Лучший МС по версии Раскачай Мороз, Юра. Лучший фотограф 2018 года Артём Резниченко! Наконец-то! Урбан, вообще, я так и не понял, педик он или нет. После Ниццы разберемся. Блин, честно, я аж обиделся. Оговорочка по Фрейду. Да. Критик — это человек, который советует, как бы он мог сделать, если бы умел. Если вам пишут на занятую дату, называйте два раза дороже, чтобы набить себе цену на будущее. Молодой человек, ленточка. Прическа нормально? За жопу ущипнули. Это вареники. Точно. А как насчет нашего гаджета? От проникновения. А мы подписали уже. И так. Типа мы сразу подписали со всеми, чтобы вопросов не было. В любую дырочку все проникает. Конечно. Вот. Бля, как так? Ты думаешь, почему у нас коллектив держится уже как бы третий год? Никто не выдает друг друга. Вот. Аниматор сегодня думал, дети будут. Я знаю, да ты потом смонтажишь нормально. Вообще, это никого не должно волновать. Я художник, я так вижу, мне насрать.